Полет нормальный. В пятницу в рамках проекта «Промышленный туризм» старшеклассники 14-й школы побывали на экскурсии на парашютном заводе «Полет». Цель – рассказать ребятам о работе предприятия, показать все стадии производства. У старшеклассников не за горами окончание школы, а значит, профориентация им не повредит. Вот, например, бюро подготовки производства. Работа у его сотрудников не только интересная, но и ответственная. Важен каждый стежок. Каждая работница понимает, что это прошивает свою продукцию. Должна быть качественно выпущенная каждая операция, чтобы в дальнейшем никаких, как говорится, происшествий. То есть эта жизнь человека зависит от каждой работницы со всех сторон. Серые заводские стены и шумные цеха. Обычно таким людям представляется завод. Здесь все совершенно по-другому. Потому школьники удивились, увидев современное предприятие. Очень большой объем производства, очень большие цеха, очень много в них сидит человек. Тем не менее, там очень светло, температура нормальная. То есть не так себе представляли производство? Да, представляли гораздо хуже. Темно, возможно, душно, чем-то неприятно пахнет, но тут все по-другому. В качестве своей продукции сотрудники завода уверены. Ребятам даже позволили примерить парашют. В подробностях рассказали о принципе его работы. Вверху это запасной парашют, а внизу, вот до сюда, у него основной парашют. И вот когда парашютист введен в этот парашютик, видите, вот шпилечка, она под действием воздушного потока вытягивается, клапана открываются как конвертик, и основной парашют выходит в поток воздуха. Без потока он не откроется. Школьники берутся за парашют бережно, боясь повредить. Экскурсовод усмехается. Чтобы порвать ленту, нужно усилие массой в 1500 килограммов. Бояться нечего, все прочно и надежно, как и само предприятие. Потому, если кто-то из ребят задумался о будущей карьере на заводе, после окончания обучения полет ждет их. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.